Профессионал своего дела, продолжатель педагогической династии. Светлана Новикова стала победителем конкурса «Учитель года 2013». Педагог уже 20 лет работает в 7-й школе учителем английского языка. Каждый урок старается сделать необычным, этим и покорила строгое жюри. С талантливым педагогом познакомилась Маргарита Платонова. Каждый урок у Светланы Новиковой – это целое представление. Сегодня пятиклассники по программе должны ознакомиться с городами Великобритании. Педагог решила провести занятия в форме путешествия. За 45 минут дети успели побывать в Лондоне, Оксфорде, Эдинбурге, узнать о достопримечательностях городов и традициях англичан. Самое основное – это зажечь ребенка именно английским языком, чтобы ему стало интересно, то есть поднять мотивацию. И если будет мотивация, то тогда уже ребенку будет интересно, и мне будет достаточно легко. Вот, поэтому, конечно, то, что я им рассказываю о своем опыте пребывания в Америке, им это очень, скажем так, нравится, это их воодушевляет, потому что если я смогла, значит, они тоже это смогут. Такой подход позволяет сделать уроки интересными и познавательными. В игровой форме пятиклассникам знания даются легче. Причем во время занятий общаются только на английском. А мне нравится очень английский язык, это один из моих любимых предметов. Очень хорошая учитель, очень добрая. Она очень хорошо нам обо всем рассказывает. И чтобы мы поняли, чтобы всегда, навсегда запомнили. Мы на каждых уроках узнаем что-то новое, изучаем очень много слов, узнаем много историй. За плечами у Светланы Новиковой 20 лет работы в родной 7-й школе и 2 стажировки в Америке. Она продолжатель большой семейной династии, в которой кроме нее 6 филологов. Вопросов о том, кем быть, в общем-то, не возникало. Почему английский язык? Здесь я хочу огромное спасибо сказать моей учительнице английского языка Чеботаревой Лене Васильевне, потому что она смогла влюбить меня в этот предмет. Вот. И где-то класса, наверное, 7-го я уже знала, что это будет английский язык. Я еще не была уверена точно, переводчик или педагог, но то, что это будет английский, я уже знала точно. В коллективе Светлану называют инноватором. Все современные методики учитель применяет на уроках, придумывает свои и участвует в международных ярмарках педагогических инноваций. Как говорят в 7-й школе, Светлана – пример для подражания не только для молодых, но и для опытных преподавателей. Школа, конечно же, горда тем, что у нас в школе такой учитель. Разделяем радость победы, естественно, каждый из нас. Дорожим ею. Гордимся тем, что рядом с нами работает такой педагог, у которого можно подчерпнуть, поучиться. Впереди у Светланы Новиковой теперь областные испытания, и она нацелена только на победу. Хотя своим главным достижением считают любовь и уважение учеников, и, конечно же, их успехи. Под ее руководством 3 школьников уже поступили в университет и готовятся стать учителями английского. Маргарита Платонова, Дмитрий Яремок, этому часу, Белгород.